Не забудьте подписаться на телеграм-канал, а также на остальные YouTube-каналы. Ссылки найдете в описании. Приятного просмотра. Приветствую. Здравствуйте. Что расскажете, милый человек? На балконе не как курите? Не на балконе. А где? Цели, на дворе. На дворе, а, понял. Как звать-то? Макс. Макс, по-моему, меня Саня звать. Я из Москвы, Макс, а ты откуда будешь? Черкасская область, Украина. Ну, понял. Бывал когда-то давно у вас. О чем общаешься, Максим? Не про що, таке буває, попадуться, якщо на що чогось рішать пообщатися, то і общаємося. А, я понял. Вот, ну, сразу говорю, я не... Як у вас там діло? Да нормально в цілому, Просто хотів сказати, що я не про політику ні разу вообще. Я так просто... Так, потрепаться, там, пісеньки поіграти. Що-то такого, спокійненького. А сколько просто тебе... людина попалася, що не про політику говорить. Слава Богу. Ну, є, такі теж є, да. А сколько тебе лет? 17. 17? Ёлки-палки. Классно играю. Спасибо большое. Есть любимая песня? Ну... Такую вы не исполните. Ну, если что-то политическое, то не тащите просто какой-то известный хит. Цей. Группа Любе... Комбат. Давай. Так. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят, так бьет йо-комбат, йо-комбат. Огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон. Огонь батальон, огонь батарея, огонь, 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 я. Последняя нота была чуть не туда. Ну, примерно так, видишь? Угадал твою песню. Во! Нормально? Во! Да. Дуже классно, слушай, это... Цай! А, слушай, а можешь цей ще раз, тільки воно мій батя хай почує, він буде щас подожди, ну от серйозно. Шо? Для бати? Комбата спеть? Да, це його любима, серйозно. Серйозно? Зараз, подожди. Ну, давай. Не, ну, уже раз зустрів таку людину. Що би його не подоїть до конца, согласен. Чуєш, пап? Ось сюди люблю. Можете ще раз заспівати? Серйозно, диви, оце грає батяга комбат. Щас для бати спеціально зробимо. Комбат, батяня, батяня, комбат, да ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят, да бьет ее комбат. Огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея. Огонь, 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 я! О, сейчас было лучше, чем в прошлый раз. Я про последнюю ноту. Бать, привет! Как дела, бать? Здрасте, как звать вас? Как тебя звать? Валер. Валера звать, а меня Саня звать. Вот. Угу. Мы тут песни поем. Чем занимаетесь-то вы? Есть еще любимая песня? Валер. Не, я не пою. С сыном общайтесь. Вы не поете, с сыном общайтесь. Ну ладно, давайте сын. Ну вот, Макс. Понравилось батьке ее, как вы исполнили, вообще классно. Да? Ну это же хорошо. Да. Главное, чтобы наши родители были счастливы. А мы как-нибудь. А они того же нам желают. Вот. А вы какой-то YouTube-блог ведете, чи что, чем вы занимаетесь? Ну, во-первых, да, у меня есть и на Ютубе блог музыкальный, у меня есть, и я и концертный музыкант, и концерты даю, у меня разные сферы деятельности, в
в том числе и музыкальные, в том числе и на Ютубе, да. Давно бы... Что поняла сейчас на трансляции? Я не на трансляции, Максим. Чух, блин, а я думал, что прямо... Ты хотел на трансляцию? Привет. Ну, ты можешь передать привет, а потом ролик с тобой выложу. У тебя такая добрая реакция. О, можешь передавать всем привет, передавай. Привет из Украины, Максим. Вот. Белоруссию особенно, привет. А я не из Белоруссии. Макс, я не из Белоруссии, я из Москвы. Это просто VPN стоит. Не, ну это понял, не написано в Белоруссии все просто. Тут написано да, но я тебе изначально сказал, что я просто из Москвы. Да как это? Ну, белорусам и русским привет, то есть. Да, спасибо. Приятно, когда можно с людьми просто нормально пообщаться. Это же здорово. Бо просто, ну, сейчас багато сильно за політику це говорять, давай, я да, це не люблю так. Я тоже не люблю про політику. Я когда-то много про нее говорил, уже устал от політики, уже хочется просто с людьми нормально пообщаться. Вот. Хорошо, что я тебя встретил. Спасибо за твою добрую реакцию. Давай. Ну, хочешь, могу чем-то тебе еще напоследок сыграть, если хочешь. Есть любимая песня еще? Тальков, Ігор Тальков, так. Оцей, блін, я забув, як вона називається. Літній дощ? Чистий пруди? Як оцей. Скажи, откуда ти Ігор Тальков, він співав про солдата, там ото коли він, бивший по Дісаул. Блін, по Дісаул я плохо помню, брат. Тальков, Дісаул, я його не помню, так. Да. Есть такая песня у него. Це стара пісня. Могу другую пів Талькова. Хочешь другую любую Талькову песню? Какая тебе нравится еще? Ну, Талькова, ну, у мене мало таких пісень, я сейчас уже його особо не слухаю, сейчас на роботу, сейчас дуже багато ходю. Ну да. Тальков он. Сейчас я чисто в наушниках буває таке, включу, що в мене є у плейлисті, то есть там Міягі, оце такі пішли репери, які подалі. Ну, такі. Современні. Типа, це, понимаєте, да. Буває таке, що йдеш. Дорогуся, яку ти пісню слухаєш, та, ну, не любиш. Так. Да. Ну, що ж, Тальков, це ціла епоха була, да, там в 90-х. А таку не знаєш пісню у нього? А я. Да. У кожного із нас. У Талькова. На світі є міста, куди приходимо ми на міг уединиться. Где память, как строка почтового листа, нам сердце веселит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смокли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Спасибо, Макс, за реакцию. Не расстраивайся. Все будет хорошо, брат. Спасибо, дорогой. Пока. Класно, класно, дуже сильно. От жалко, що таких мало людей оце в світі, що хорошо відносяться один до одного. Да, я думаю, таких большинство. Просто их не так много в чат-рулетке. Вот, ну, и есть некоторые обстоятельства, но я думаю, что хороших людей на самом деле больше. Просто они не так заметны, они просто все сидят у себя дома и вот. И каждый по-своему проживают ту или иную ситуацию, если ты понимаешь, о чем речь. Аж душа, знаете, аж заспевала отца. Спасибо. Бо, да. Потому что деякі люди просто, понимаете, є в нас... Пацани, типа, що в чат-рулетки заробляють на гітарі, типа, то сповняють. Та вони кажуть, скидай гроші, тоді заспіваємо, то есть тобі пісню. Перше. Ой, а жалко відключилось. Жалко відключилось. Кидай гроші. Ну правда, я теж коли стрім провожу. І за якісь гроші то теж сповняю якісь пісні. Ну. Может, он в чат-рулетке меня в виду люди зарабатывают, черт его знает. Сейчас это не важно. Главное, что
я еще одну семью украинскую сделал немножко счастливее. И они, может быть, будут думать про русских. Чуточку лучше. Лайки, комментарии, подписки, все, что вы думаете. Напишите в комментариях, все прочитаю. Все прочитаю, друзья. И не забудьте подписаться на телеграм-канал, чтобы не пропустить мои стримы, где я уже играю для вас. Не забудьте нажать на колокольчик при подписке, да? И плюс, не пайте, что будет с Ютубом. Во ВКонтакте, в Дзене, на Твиче, вообще во всех соцсетях есть, кроме Одноклассников. Вот реально во всех соцсетях есть. Везде адрес Lossif Life, не ошибетесь. Подпишитесь везде. Правда, лишним не будет, чтобы мы с вами не потерялись. Все, всех обнял, приподнял. Пока.